Это рэпер трейдер, йоу, всем мир. Сегодня попытаемся затащить турнир. Если не затащим, то на всех парах мы ворвемся и будем на призовых местах. Вот так вот, ребятки. Сегодня, как вы поняли, будем ебашить в турнире. Турнир вот такой вот. Премьер-лиг, блин, идет 24 минуты. Идет 3 дня. Участие вот 5 баксов. Итак, затащить это громко сказано. Попытаемся вот где-то вот на этих вот местах оказаться. Вот здесь вот. Ну что, давайте, погнали. Участвовать. Полетели. Все, мы на турнирчике. Так, блять, не видно вам турнирку здесь. Надо было перетащить. Давайте я сейчас перетащу. Вот сюда вот себя перетащу вот так. Все, народ. Вот какой-то хуй на 30 месте, 6000. Так, докупаем сразу еще 1000. Итак, как играть на турнирах? Будем ебашить волын. Чтоб нам попасть вот на последние места, нам нужно 3 ставки волын, и мы будем в плюсе. 3 ставки волын. Так, 1000. Ну что, куда лупить? Вниз. Блять, что за нахуй? Вниз, ёб твою мать, вниз. Бля, не успели. Давай, опускайся. Ой, блядь, нервничаю, пиздец. Второе видео мое, ебать. Только начал. Ну давай. Блять, ну ничего страшного, давайте докупаем еще 1000. Ставим вниз, вниз. Так, ну давай, давай, родимый, погнал. Да ну ёб твою мать, куда? Так, давайте здесь посмотрим, что там у нас по турнирам. Ну, бля, никогда не везет. Ну, а ну ёб твою. Так, 6000, блин. Ну что же это такое, блядь? Да ну его нахер, ребята. Ну куда оно все валит? Вверх. Давайте уменьшим график. Что у нас там за картина? Вверх, давайте вверх поставим. Докупили. Докупили. Ставим вверх. Вверх. Все, давай вверх, родной. Да ну ёб твою, давай вверх. Бля, надо отключить этот звук барыжный. Да ну смотри, вот только начал вверх, он начал опускаться. Да что за нахуй? Да ну это пиздец какой-то. Да ну ёбаный в рот. Давай, давай, давай. Родной, 3, 2, 1, наша. Затащили, 3000, так. Вот так, вот оно. Фух, ебать. Ну что, еще раз вверх рискнем, народ. Ебаный, куда ставить? Не, давайте пропущу. Давайте здесь глянем графики нормальные, блядь, вот это пиздец.
Apple может 65%, блядь. Мало. 86. Да такое что-то. Ну, короче, схему вы поняли. Надо затащить 3 сделки подряд в all-in и все. Ну, блядь, это же не так просто. Да, короче, будем здесь. Тут сколько тут процент? Упал уже. Ну, давайте сейчас будем ставить на понижение. Понижение. Раз, два, 3500, блядь, вниз, давай, успеем. Поставили, блин. Давай, во, родной, пошел, шик. О, блядь, нервничаю, пиздец. Нервничаю, расчесываю бороду, все будет нормально. Не-не-не, куда, давай, вниз. Ох, молодчинка, молодчинка. Давай, 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 нет! 5, 4, 3. Наша. Так, 6 кусков народ затащили. Что мы там есть? Мы на каких-то местах. Нет нас еще, блин. Так, нам нужно хотя бы на 8 тысяч. Это... Давайте 4 тысячи поставим. Куда ставить, блядь, не знаю. Ну что, будет падать, да? Блядь, или не будет? Штука 700, блядь, надо на 2000 надо поставить всего лишь. Будем... 6, 7... На 3 давай поставим. Ну что, падает? Падает или не падает? Раз. Два. Ёб твою мать, не успел. Все, бля, не буду ставить. Фу. Давай, 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 родной, падай. Так, сколько я... Ох, шикарно. Так, давайте глянем, сколько там у меня вообще бабок осталось. Блять, этот... Ладно. Сколько я уже? 3 закупа сделал. Выходит, $15 проебал. О, нет, 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 нет! Да ну чё ж ты на последних, блять. Фу, ну давай, давай, вниз. Все, давай, 6, 5, 4, 2, 1, наша. 7700, ну шо, где я там, появился или не появился? Да ну чё, 7700, обновляй, давай, турнир. Вот, рэпер, трейдер, есть, 7700, ребята, 28 место. Итак. Ну что, смотрите, рыпаться туда, ну не знаю, нету смысла, что смотрите, за $3 на 23 место. 15 минут, ну сейчас перебьет какой-то хуй, это ж как всегда. Не, давайте подождем. Да, давайте подождем. Ну где я здесь, есть. Да что меня тут не обновляет? Какой ноль, что за нахрен? Блять, обновлю страницу. Сейчас смотрим, будет последняя минута, будет меня кто-то выбивать, буду ставить all-in. Да что ж такое? О, вот я, походу, есть. Что-то у меня не так пишет, блять, буквы не... Ой.
Да, это я, только что-то тут не пишет меня. Ну, не важно. Ну что, народ, ждем пока. Ставить на паузу, не ставить. Не хочу рисковать, реально, вот первый турнирчик такой. Так, ну 14 минут осталось. Ну что, ждем, ждем. Так, давайте, наверное, нажму на паузу. Хули тут ждать вы будете? Итак, народ, осталось у нас 3 минуты. Я по-прежнему на 27 месте. Во, 58 баксов есть. Рисковать, не знаю. Ничего еще не ставил. Вот, открыл общую картину графика. Вот мои сделочки, смотрите. 2 затащил, 3500 затащил и 2. Вот если бы тут поставил волын, вот сейчас бы вот не парился. Ну давайте, ждем, не буду рисковать. Ну сейчас же по-любому кто-то перебьет, блин. Он с 31-го там сейчас как вольнут волын. Что, им же нечего уже терять. Так, 2 минуты осталось. Ну что, ставить, не ставить, блин. Хочу, чтобы закрылся в плюсе, блин. Ай. Все, ждем. 2 минуты осталось. Давайте я порасчесываю бороду. Вот там моя волшебная расческа. Приносит удачу. Ну, короче, вы поняли стратегию. Нужно всего лишь 3 сделки в all-in. Здесь еще вот сделайте докупочку и все. И вы где-то там в нижних местах. Вот потратил я сколько? 15 баксов. Ну, от этого стоит, короче. Ну, что там, давайте глянем. Остаюсь. Наверное, сейчас последнюю минуту пойдут все. Да иди ты в жопу. Так, последние секунды, оно участвует. Блин, это ж минута не участвует. Вот, пошла последняя минута. Обновляем страницу. Так, сколько мы можем поставить? Можем поставить пятерку. Давайте ставим 5. Вверх. Да, еще смотрите, идет участие, блин. Ну-ну, давайте, ничего тут не ставьте, народ, все пусть так остается. Так, поставили 5 долларов, ну хуй с ними. Блядь, где эта турнирная таблица, короче? 0-0, ну на каком мы? Все, позиция 27, блин, народ, выиграл 58 баксов. Шо, все, закончился, давайте обновим. Нет, смотрите, 59, видите, не ставил, блин, и поднялся на 25 место. Смотрите, послетали здесь, вот так вот. Видите, вот выждал момент, не ставил. Короче, народ, подводим итоги. Вложил 15 баксов, выиграл 59 долларов. Давайте дождемся, чтобы меня обновило. Вот, переключило на мой счет. А счет у меня 5 долларов. У меня же было 30. Это что, я закупок на 25... На 25 баксов я закупок сделал, блядь. Но все равно, короче. Выиграл 59. Вот мой баланс, народ, обновился. Все, короче. Стратегия. Стратегию вы поняли, все ссылки в описании. Подписывайтесь. Всем пока.